несмотря на кочевой образ жизни и на ту нагрузку, которая все-таки выпадала на плечи женщины, манси, она должна была изготавливать одежду для всей семьи. И опять же, поскольку они вели кочевой образ жизни, они не были земледельцами, то они использовали те материалы, те травы, которые были вокруг них. В данном случае перед вами рубаха из крапивного холста. Да, та самая крапива, которая вот у нас растет сорняком, они ее выделывали так же, вот примерно как лен, выделывали и делали холсты, которые потом очень красиво вышивали. Здесь представлена вышивка, это, конечно, сюжет женские, полностью женские такие мотивы, женские обереги. Ну и поскольку здесь мы видим воротник на этой рубахе, то это тоже все плели как раз вот женские руки. Это была неотъемлемая часть одежды, вот как женская в данном случае, этот воротник.